природа отожгла. Зима нас забыла и к нам не пришла. Ну и кто, скажите, в том виноват? Конечно, Обама, а может его брат. Выходит, мы Трампа поставили зря, раз не сделал нам качественного января. Не верите? Это ваше право не верить. Вот только менталитет наш дымами не измерить. Нас все время пугают заразы различные, то гриппом свиным, то пневмонией атипичной. А вот придет то, что раньше не снилось, из Китая прется страшный коронавирус. Миллиарды капитализируется марлевая повязка. Как тебе такое, спрошу у Илона Маска. Нам же в России нечего бояться, у нас профилактика, водкой нажраться. А коли придется глянуть за край, нам не страшно, они сдохнут, а мы попадем в рай. Так не имам сказал и не патриарх, а сам был и Путин, российский монарх.